Подключает защитника, бросок, касание, добивание, 1-0, Асташевский выводит Ястреба вперед. Ну что ж, и в сезоне. Трикозов, бросок, и заходит. Коней впечатляет у хозяев поля. Не только в матче, но и в сезоне. Трикозов, бросок, и заходит шайба. 6 секунд всего потребовалось. Атаку и завершала. Сейчас может быть опасно. Передача, Ганин. И добивание. 3-0. Счет становится. Хайлова. Бросок по воротам. 4-0. Или же нет. Добивает Хайлова. Бросок по воротам. 4-0. Или же нет. Добивает все-таки шайбу Ястребы. Холодилин плюс атаку Асташевского. Капитанский выстрел. Добивание, хет-трик. Атаку Асташевского. Капитанский выстрел. Добивание, хет-трик. Атаку Асташевского. Капитанский выстрел. Добивание, хет-трик. Ну вот здесь счет от соперника. 25 секунд на большинство у Ястребов. Кулаков, бросок, и... 25 секунд на большинство у Ястребов. Кулаков, бросок, и... От соперника 25 секунд на большинство у Ястребов. Кулаков, бросок, и... Полькин смещается, выгадывает позицию, доходит до омского пятака. Из... Полькин смещается, выгадывает позицию, доходит до омского пятака. Из... Полькин смещается, выгадывает позицию, доходит до омского пятака и завозит все-таки. 2-0 сейчас Дутин и Мигур. Мигур, бросок, и 7-1 в меньшинстве. 2-0 сейчас Дутин и Мигур. Мигур, бросок, и 7-1. Выход 2-0 сейчас Дутин и Мигур. Мигур, бросок, и 7-1 в меньшинстве под переклад. Стабильно по ходу сегодняшнего матча. Первые секунды. Стабильно по ходу сегодняшнего матча. Первые секунды большинства проводили. Стабильно по ходу сегодняшнего матча. Первые секунды большинства проводили. Асташевский покер оформляет вот таким. Левым бортом в атаку. Пас на Свищева. Бросок. Левым бортом в атаку. Пас на Свищева. Бросок. Левым бортом в атаку. Пас на Свищева. Бросок. И Девин. Продолжается. Завершается. 2 очка. Мячи кладут себе в копилку. Набирают 32. И поднимаются на 5-ю строчку Восточной конференции. У Реактора остается по-прежнему 15. И это 13-я позиция. Ниже только Сарматы и Кузнецкие Медведи.